«Слушайте доктора». Добрый день, это программа «Слушайте доктора». Я Анна Лапшина, приветствую наших слушателей и говорю здравствуйте гостю нашей студии. Гостье – это Гульнара Касимова, руководитель сети клиник «Возрождение» и главный врач. Добрый день. Добрый день. Гульнара Шахвалевна, сразу же скажу нашим слушателям, да, что мы эту программу решили записать, потому что ваша клиника столкнулась с такой, может быть, не очень приятной ситуацией, да, насколько я понимаю. То есть одна из пациенток пришла на прием и категорически отказалась надевать маску, да, аргументируя тем, что она не понимает, защищает ее маска или нет. Mm-hmm. По-моему, подписывать еще. А есть такой ком. У нас есть же служба по тому, который, я не знаю, как она называется, которая следит за тем по обработке персональных данных. Это какая mm-hmm. у нас mm-hmm. департамент? Вот. И без вот этого информированного согласия на обработку персональных данных мы не имеем права заводить карту пациента, потому что мы храним эту карту пациента. То есть мы априори не можем оказать медицинскую помощь, не нарушив определенные постановления и указы. Иначе это очень большие штрафы на юрлицо. То есть такая вот история с документами, связанная с оформлением правильных документов, да, и история с маской. С маской вообще история такая забавная. Ну, в некотором смысле я бы поставила это слово в кавычки, потому что, с одной стороны, как началась вся эта история с коронавирусом, карантином, да, мы видим, что власти нам настоятельно рекомендуют эти маски носить, надевать их в общественных местах, надевать их в магазинах, при этом обязать, как они говорят, они не могут. Ну и вот эта неразбериха, она сказывается как раз на поведении людей, то есть кто-то носит маски, а кто-то категорически не хочет их надевать, считает, что это излишне, напрасно, да, подвергает он в этот момент окружающих опасности, не подвергает. Очень много разных мнений на этот счет, и вот мы сегодня попробуем эту ситуацию разобрать и как-то развенчать, да, вот эту историю. Ну, во-первых, сначала все-таки вот по реакции клиники на вот эту историю с пациенткой, да, чем все закончилось, потому что, насколько я понимаю, она привела еще и юриста потом с собой. Да, да? Есть такой юрист. И он славится тем, что он ходит по организациям общественным, но почему-то частная в данном случае клиника попалась, и снимает все на видеокамеру, потом начинает весь текст резать, все интервью резать, и, в общем, выкладывает только то, что ему выгодно, в выгодном свете. И его подписчики на YouTube-канале, конечно, перекрикивают друг друга, в общем, пишут все, что... Ужасно читать просто про то, как мы докторишки, и что гнать нас надо метлой, и что мы геноцид устроили, что мы не оказали медицинскую помощь, и забыли клятву Гиппократа. И, в общем, когда человек не понимает, что пишет, тут очень сложно. Я единственное отметила, что, конечно, эти люди все вот просто видно, когда аргументы человек и аргументированно пишет, взвешенно, взрослая позиция. И когда просто какой-то хайп, дикий хайп, когда травят. И мы хотим очень обратить внимание как раз прокуратуры Ленинского района. И мы обратились туда с заявлением разобраться с этой вот ситуацией, о правомерности вообще проведения этих вещей, о том, почему такая травля в интернете идет клинике, которая выполняет все постановления, приказы Росздравнадзора, Роспотребнадзора, правительства Кировской области, Министерства здравоохранения, да. Я надеюсь, что мы получим помощь как раз вот со стороны прокуратуры. Тут надо еще пояснить ситуацию. Вы сказали, вам вменяют то, что вы не соблюдаете, там, не выполняете клятву Гиппократа. Пациентка, которая пришла к вам, она ведь пришла не в экстренной ситуации. Нет, то есть речь не идет о том, что вы человеку в тяжелом состоянии отказали в помощи, да, из-за того, что на ней не было маски. То есть это была такая вот ваша принципиальная позиция. Я смотрела просто эти ролики, да, и я видела то, что вы говорили, это действительно так. Надо понимать, что даже если ты приходишь куда-то в публичное место, и ты сам не считаешь маску достаточной там защитой, необходимостью какой-то, да, есть люди, которым просто комфортнее, когда все вокруг в масках, есть люди, у которых может быть слабое здоровье, есть беременные мамы, там, например, будущие, да, для которых вот, не дай бог, заболеть, это очень опасно, не только для них, но и для малыша будущего, да, и вы аргументировали как раз этим, конечно, насколько я помню. И пациенты, кстати,
стали на нашу сторону, потому что все это происходило на глазах пациентов. Там были дети в масках. Представляете, дети в масках. У нас очень много, так как у нас клиника, как мы говорим, социально направленная, и у нас на самом деле такие стоимость услуг небольшая, у нас на самом деле очень много приходит пенсионеров. Пенсионеры. Пожилые то, люди, группа пожилые, риска. Да, и у нас достаточное количество пожилых людей ходит к нам. И представляете, вот как их подвергать опасности? Вот они всегда в масках. Вот. И здесь ведь пациент, например, не может знать, но у нас пациенты ходят с онкологией, которые принимают лекарства, и там есть определенные ситуации, когда они к нам приходят. Ну, процедуры или, какие-то, да, еще что-то. Гормоны, когда у них аутоиммунные заболевания. То есть в поликлинику, даже в частную клинику приходят ведь с заболеваниями сложными, тяжелыми, их нельзя подвергать опасности. У нас своя женская консультация, там вообще жесточайше, у нас даже там кровь не берут на ковид, ну, то есть антитела, угу. Да, то есть мы не берем на Преображенской, потому что там беременные женщины, то есть мы защищаем и разводим вот эти потоки все. И я все равно считаю, что большая часть людей все-таки соблюдает масочный режим и понимает, что он несет. И здесь больше споры, что маска может нанести вред. И эта пациентка аргументировала тем, что у нее высшее образование, она изучала микробиологию и начала объяснять мне, что вирус настолько маленький, что он проникает, через маску, да. Но вот никто еще социальную дистанцию не отменял, да. И в дальнейшем даже вот вы говорите, могут ли. Есть же бессимптомные носители. Вот я и пыталась доказать, что вы ПЦР не сдавали на ковид. Она, естественно, аргументированно мне отвечает, я ей не обязана. Тогда вы обязаны маску одеть, потому что мы не знаем, больны вы или не больны. Правильно? То есть, чтобы не подвергать опасности. Ведь, опять-таки, человек ссылается на Конституцию Российской Федерации, что я попираю ее права и свободы. Тогда есть... в общем-то, статьи в Конституции, где как я, руководитель клиники, обязана обеспечить своим сотрудникам безопасность работы. А как же права и свободы всех остальных в этой ситуации? Да, и как мы ущемляем тогда права и свободы тех моих пациентов, которые категорично хотят, чтобы люди сидели в масках? Вот почему, вот я это наблюдаю не только ведь в медицине, я это наблюдаю везде. Почему у нас сейчас думаем только о себе, вот только как мне надо и как я хочу? Так это не демократия, я все равно считаю, что это не демократия. Это какая-то анархия, если мы все будем делать только так, как мы хотим, а не будем подчиняться большинству. Гульнара Шахвалиевна, а как вам кажется, все-таки вот эта история с тем, что до сих пор не могут наши власти определиться, я понимаю, что, может быть, у них юридических нет каких-то механизмов, да, для того, чтобы жестко запретить, хотя в Москве как-то справились с этим, да? У нас тоже жестко сейчас, со вчерашнего дня жестко. Ну вот в магазины я вижу, что можно зайти без маски, и никто тебя оттуда не выгоняет пока. Может быть, вот это сыграло как раз свою негативную роль? В том, что у нас сейчас, ну, вот есть такие, не знаю, там, коронадиссиденты, да, ковид-диссиденты их называют, людей, которые там либо не верят вообще в существование коронавируса, либо считают, что это, ну, придумана тяжесть этого заболевания и прочее. Может, надо было строже просто вот с самого начала и все? Очень хочу обратиться к ковид-диссидентам, которые сидят на диване и очень хорошо пишут в интернете разные комментарии грязные, да, и разжигают вот эту ненависть к врачам. Я очень вас призываю, если вы не верите в это, идите работать в ковид-госпиталя, там очень большие зарплаты. Вы даже санитарами будете там очень хорошо получать. Вы же никогда не заразитесь, и вы боги, видать, что у вас ковид не заденет. Идите работайте. Почему ни один из этих диссидентов не работает в ковид-госпиталях или в моргах? Пожалуйста, санитарам возьмут, огромные деньги платят сейчас. А, то есть действительно можно попробовать прийти туда и посмотреть, да, вот изнутри и, посмотреть, да, для себя решить верите. Вопрос, да, что так все-таки вот, в общем, я бог. Я не заболею никогда. Или я все-таки, вот как и все смертные люди, все-таки могу заболеть ковид. И что он существует? Вот когда вот этот юрист начал, я его оборвала тогда, потому что я не могла уже слушать, это когда он мне пытался объяснить, что ковида нет, я вот вообще как бы я поняла, что мы как-то вообще на разных планетах с человеком живем. И у меня ощущение такое, читая его, в общем-то, подписчиков, что они тоже на какой-то другой планете живут. Но не на планете Земля, не в городе Кирове. И вот я очень хочу достучаться до этих диссидентов,
и все-таки хотя бы прокатиться на кладбище, посмотреть, сколько новых могил у нас, да, попробовать поговорить с санитарами в моргах, какое количество людей сейчас умирает от, и на самом деле какова смертность реальная, да, от ковида. Потому что есть у нас статистика с ковидом и от ковида. Это две разные статистики. Угу. Не надо их путать. И просто даже задуматься о том, что сейчас уже около 2000 у нас лежат ковид-госпиталях, что у нас не хватает мест. Что то сейчас лежат мы... эти люди, которые в уже ну, в тяжелом состоянии. Угу. Это люди все сейчас с пневмониями, больше 25% заражения, потому что все остальные теперь уже оставлены дома, потому что негде лежать. И мне ужасно жалко наше правительство, потому что оно, ну вот наше вот Кировской области, потому что мы в таком безденежье, и мы все деньги уже истратили, я понимаю, на все эти исследования, которые очень дорого стоят, КТ-исследования, да, если они по 80 исследований делают в день, а с легкими, вы представьте, ну, о каком диссидентстве можно говорить, если подтверждается, да. И потом не надо забывать еще такой момент, что он ведь не только легкие поражает. Есть и сердце, есть и мозг. Могут быть судороги, могут быть инсульты. Это все последствия ковида. Говорили, да, об этом, о том, не что... говорили. Вот, знаете, я доктор, я вижу этих пациентов. Я сегодня с двумя такими пациентами общалась, которые в первой там обойме, как они смеются. Первая волна. Первая волна отболевших прошло 5 месяцев. Астенический синдром до сих пор. А до сих пор не чувствуем запаха, не чувствуем вкуса еды. А, то есть и об этом все врачи говорят. И я все время сейчас думаю, вот когда меня спрашивают, я вот как Сократ, я знаю, что я ничего не знаю про это заболевание, но другие не знают и этого. Потому что есть по 2 раза, причем с разницей в 2 месяца заболевают ковидом. То есть повторное заражение, мы повторное про это, да? Повторное заражение. У нас пока, конечно, весь мир, все ученые мира, все лаборатории работают на то, чтобы понять эту болезнь, как она, вот она на самом деле пока непонимаема ни для кого, как иммуноглобулины ведут, почему после вакцинации Гинзбург говорит, что у нас нет антитела, есть клеточный иммунитет, когда будут исследования на клеточный иммунитет, потому что у врачей тоже очень много вопросов, и мы не знаем, лечить противомалярийными, не лечить противомалярийными, а пациенты не понимают, а я в ужасе от того, что мы распаковали резервные антибиотики, которые были вообще, это, знаете, это как на случай войны, когда ничего не будет помогать, и бактерии, обычные бактерии начнут нас убивать, потому что антибиотики все вышли, да? Я поняла, о чем вы говорите. Да, у нас есть эти резервные антибиотики. О препаратах, которым нет привыкания еще у людей, да, которыми они не пользовались так там вот и не назначали их постоянно. Мы их распаковали сейчас, из-за ковида распаковали, и я в ужасе, потому что еще ведь остального-то не придумали, и вот они вот так ведут себя. Да, вот вчера пациент звонит мне, вся семья. Семья, я имею в виду, это бабушки, дедушки, это внуки, это когда семья вот за столом несколько встречается поколений. Нескольких поколений. Вот они переболевают семьями, мне звонят. Я согласна, что не все тяжело. Даже бабулечки наши, слава богу, дедулечки, не все тяжело переболевают. Иногда в этой семье 35-летний может оказаться в ковид-госпитале ну, вообще в тяжелейшем состоянии, да, и может умереть. А его бабушка выживет. Это очень непонятно. Индивидуально все. Да, почему? Потому что есть понятие индивидуальности иммунной системы, реагирования, потому что мы все генетически разные люди. И на кого-то так подействует, на кого-то так подействует. И здесь, вот вы же сами понимаете, когда эпидемия началась второй волны, потому что вот этот всплеск вот этой волны был, а вот сейчас мы тут, вот, да, мы сейчас горим. Да, то есть мы сейчас реально горим, потому я что... Я правильно понимаю, что сейчас ситуация сложнее, чем весной? Намного с точки сложнее. Зрения количества заболевших. Количество заболевших, количество пневмоний тяжелейших, количество смертности высокое и заболевших молодых. Вот то, что раньше говорили, что только старики, только больные, только тяжелые. Молодежь, 35-40 лет. Для меня они молодые люди, мужчины в расцвете сил. И интересные такие случаи, когда ты пролечиваешься, все хорошо, ты бежишь на работу, летаешь на крыльях.
и тебе просто назначают контрольное КТ-исследование. Из 10% пневмонии мы переходим в 40%. А человек летает и говорит, а у меня ничего не болит. Подождите, Гульнара Шахвалевна, то есть можно не ощущать даже вот эту историю с легкими? Да. То есть ну мне вот это казалось, что когда поражены там 40% легких, человек, может быть, уже как-то чувствует это, то есть задыхаться начинает, еще что-то. Есть специальные чаты для врачей, закрытые чаты, которые, ну, никто туда не пройдет, если ты не врач. И вот в этих чатах мы общаемся и друг с другом, в общем-то, друг другу говорим все эти новости, все, что случилось. И там есть случаи, когда врачи, ну, мужчины, про женщин не слышала, когда с 100% поражением легких просто они на работе умирали, ничего не чувствуя. Вот, вот от этого вся трагедия, потому что мы не понимаем, что это такое, что почему 5, там, вот как у меня пациенты приходят 3-4 месяца, а нос как не дышал, так и не дышит, как гайморовые пазухи, да, забиты, хотя там ничего нет. Но вот и непонятно, куда выстрелит он, и как ты будешь себя вести, почему люди второй раз заболевают, как антитела эти, ведь мы же, я сейчас пытаюсь пациентам объяснять, ну, сходите, пожалуйста, сдайте антитела, давайте будем сдавать антитела G каждый месяц, давайте будем смотреть, у нас падает или не падает ваш титр антител, да. Ну вот мне вот как врачу это интересно, и мы пытаемся вот это сейчас делать, но это понятно, надо на тысячи делать, а у нас пока нет в медицине таких денег, мы сейчас все брошено туда. И если пациенты вот так, диссиденты наши, да, говорят, да не буду я носить и все остальное, это, знаете, как в онкологии мне было интересно. Вот они попадают с раком легких, да, и бросают курить. Так вот поздно пить боржоми, когда почки отказали. И вот я так смотрела всегда и думаю, господи, ну вы все взрослые люди. Вы всегда, вот я курил и думаю, у меня не будет рака легкого. Но ты попадаешь потом в онкодиспансер с раком легкого, и тебе такие, в общем-то, простые истины говорят, что ну ведь ты курил, в общем-то, и пошло, поехало. Так вот только тут так же, да, то есть пока у тебя близкий родственник не заболеет или не умрет, ты не поймешь, и до тебя не дойдет это все. А, конечно, по профессии врача мы этим сталкиваемся, и врачи намного больше знают, поэтому они в большей намного печали, чем вот люди, которые с этим не сталкиваются, не понимают. Даже вот мы с вами разговаривали до эфира, вы не знали на самом деле, какова вообще, ну вот, какое положение-то сейчас ужасно в городе. Я вам могу сказать, что у меня, ну, может быть, догадки какие-то, еще что-то, естественно, есть. Вот, озвучивать их мы не можем, потому что мы все-таки СМИ, мы оперируем официальными цифрами. Официальная статистика, мы видим, нам показывают симптомных больных, да, это 70-80 новых случаев в день, примерно так, да, при этом ведь не скрывает никто, что в официальную статистику попадают пациенты, у которых есть симптомы. То есть есть большое количество людей бессимптомных, да, кто переносит, и нет ведь никакой гарантии, что сегодня он бессимптомный, а завтра у него эти симптомы не проявятся, ну, вот в момент тестирования. Да, у него их не было, а потом они появились. Вот. Я, к сожалению, там вот сокрушаюсь очень сильно по поводу того, что не озвучивается реальная статистика, потому что мне кажется, что в этой ситуации люди бы, наверное, вели себя осторожнее. Я согласна и с вами. И вот этих ковид-диссидентов, их становилось бы намного меньше, если бы мы видели реальные цифры. Я могу сказать, вот я причин, конечно же, не знаю, там, да, в нашей поликлинике, например, там из 9 терапевтов работают 4-5, остальные на больничном. Не обязательно у них коронавирус, да, может быть, они просто с ОРВИ обычным на больничном, но тем не менее. И это, мне кажется, в каждом нашем медицинском учреждении сейчас ну, подобная работает. Ситуация. Никому подобная. Работает, да. Потому что группа риска — это врачи, они все время, постоянно там, да, на передовой, что называется. И в этой ситуации, когда ты приходишь, неважно, в государственную поликлинику или больницу, в частное медицинское учреждение, и тебя просят надеть маску, мне кажется, что, ну, тут даже вопросов не может возникать. Если она хотя бы 5% дает снижение риска заразиться или заразить кого-то, то, конечно, надо этим пользоваться. Ну, тут больше, знаете, какие, в общем-то, с маской. Вот смотрите, вы идете по улице, вы же без маски. Конечно. Вы едете в машине, вы без маски. Общественный транспорт, я согласна, в маске. Но долго ли вы едете? У нас город маленький, не Москва. Вы заходите в магазин, вы делаете покупки. Минут 15-20. Чего сокрушаемся, то, что мы часами-то ходим в этой маске? Это раз. А насчет того, насколько мы там зарабатываем на этих масках, ну, во-первых, в частных клиниках мы просто выдаем их, да, то есть у тех пациентов, которых нет, у нас есть одноразовые маски. Второй момент, те маски медицинские, к которым мы все привыкли, голубые, вот представьте, они прекрасно стираются и гладятся.
Вот прекрасно. Слушайте, а у нас была история. У нас звонила слушательница наша в самом начале введения масочного режима еще весной. И она нам как раз сказала, что она стирает вот эту одноразовую маску. И мы тогда посмеялись над ней. А на самом деле это работает? То есть действительно это можно? Это работает, и она прогладится. И есть, ну вот я, как вот сейчас много беременных, и тоже я переживаю за них. Они всегда спрашивают, что нам делать. Вот, кстати, да, профилактические меры, мы о них тоже поговорим сейчас. Вот сегодня у меня такая девочка пришла, и мы с ней так, ну, долго шли к этому, такая долгожданная беременность. И я говорю, ну давай, вот она в маске пришла. А ты, ну, я ей объяснила это, что ты недолго сидишь в этой маске, не переживай, что ну, вот минут 20, там, 30 прием в поликлинике, все, ты вышла, сняла эту масочку, все хорошо. Но есть такие вещи изумительные, как масло эвкалипта, да, и масло чайного дерева. Вот я своему ребенку мажу под носик каждый раз в садик. И все, и мне достаточно этого, чтобы человек даже ОРЗ не заболел, потому что это очень природный сильный антисептик. Профилактировать свои эти же болячки. Любой иммунолог сейчас скажет, я всегда своим пациентам говорю, когда они приходят, особенно сложные, я говорю, так, все, ребят, вот сейчас сложное положение, чтобы вы не заболели, отказываемся от простых углеводов, все, перестаем кормить дрожжи, потому что в кишечнике мы дрожжи кормим, отвлекаем иммунную систему от работы, да, от тех слизистых, носа, ротовой полости, которые нас защищают. И, это, то есть это питание еще нужно перестроить, простые углеводы, получается, да? Да, иммунологи все сейчас давайте назовем, что это простые. Сахар и дрожжи, пивные дрожжи, хлебные дрожжи, вот на этот момент пока надо убрать. Вино, к сожалению, винные дрожжи там, да, то есть мы кормим дрожжи, но не каждый человек знает, что 95% иммунитета – это наш кишечник. Есть прекрасные книги, много исследований, очень много американцев в этом направлении работало, там связь кишечник и мозг, и, в общем-то, то, что мы едим, это все сейчас подтверждается. Те, что люди знали там в Древней Греции, сейчас это все подтверждается. Последние 10 лет только, 10 лет открыты все эти исследования. И да, там очень ругают сахара. Просто простые углеводы. Я говорю, ребят, ну просто уберите конфеточки, варенье, мед, все, даже мед, потому что он сладкий. Вот, просто перестаньте кормить и спите. А как же глюкоза тогда, как же организм будет получать? Про сложные углеводы никто не говорит. Овсянку как кушали с утра, так и ешьте. Это сложные углеводы. А единственное, что бананы, виноград ведь очень сильно повышает сахара с диабетом, да, то есть вот это убрать. Но сливы, яблоки-то наши, кто мешал есть? Ягодки, лесные, орехи, вот это все пожалуйста, кушайте. Но вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, мне кажется, каждый индивидуально со своим врачом даже может обсудить вот, да, этот список вот продуктов. Просто всегда говорят, убирайте пока, если вы болеете, убирайте простые углеводы. Просто чтобы иммунитет работал. Не отвлекайте иммунную систему. Очень вышел вперед D3 витамин, да, мы в дефиците этого D3, и поэтому, конечно, в Кировской области мы должны его принимать и на период эпидемии. Но после до 10 консультации тысяч, с врачом. Да, да, это после консультации, потому что, к сожалению, анализ 1000 рублей стоит на D3, но большинство, даже вот в Сочи приезжают пациенты, низкий D3, низкий, а он, в общем-то, в иммунной системе практически немаловажную роль играет, и с ним очень много сейчас данных исследований. То есть вот какие-то ведь витамины, вот С-витамин, да? То есть, конечно, у каждого могут индивидуальная непереносимость, но это люди-то знают. Но все, что вот мы знаем про повышение иммунитета, это, конечно, вот аскорбинка вот эта наша, аскорбинка, советского нашего детства. Аскорбинка С, и, кстати, 2 грамма, да, во время болезни при условии, что да, вы правильно говорите, если нет, противопоказания. Естественно. Но ведь я больше чем уверена, вот с кем я разговариваю, с пациентами, они все профилактируют. Всегда. Если не знают, они просто звонят и спрашивают, а что нам делать? И второй момент, как иммунологи все, спать 8 часов, не меньше 8 часов человек должен спать. Причем самое интересное, не просыпаясь ночью в туалет. Это основной принцип. Не у всех получается. Но... А это смысл в том, что если вы просыпаетесь ночью в туалет, значит, вы не в глубокой фазе сна, и значит, у вас не иммунная система не вырабатывает антитела. Давайте мы все-таки еще вот по профилактическим мерам. Даже у нас просто не очень много времени, остается минуток 5. Давайте мы такое резюме, что ли, сделаем по профилактическим мерам. Значит, первое - это питание. Да, отказаться от каких-то продуктов, да, и, может быть, добавить им на замену какие-то продукты. Растительного происхождения однозначно. Кисломолочку. Второе – это режим.
То есть как бы не хотелось вечером посмотреть интересный фильм, посидеть в интернете, ложиться спать, если завтра утром рано вставать, чтобы сон был не менее 8 часов. И удобные, наверное, там какие-то, да, условия для сна, чтобы не просыпаться ночью. Третье — это витамины. И, естественно, все препараты там, да, после назначения, после консультации с врачом. Четвертое — это все-таки меры самозащиты. Меры самозащиты, то, что вот сейчас называется словом, аббревиатурой СИЗ, средства индивидуальной защиты, это маски. Маски и самошитые работают, и медицинские покупные работают, или все-таки вот медицинские маски, они предпочтительнее? Очень все по-разному, но, конечно, медицинские предпочтительнее. Медицинские можно предпочтительнее. Можно ее одну. Вот, ну, я, на самом деле, ее на стирку, ну, даже ведь не каждый день стирают. Прогладить-то никто не мешает под пару. Уж если мы так экономим. Но я понимаю, что, знаете, мы все тут смеемся. Кому война, кому мать родна. Кто-то, конечно, на этом заработает. Кто-то заработал. Да, ну, на что этом делать? Всегда кто-то на чем-то заработает. Я вот, знаете, призываю просто всех наших горожан. Давайте мы будем просто добрее друг другу и беречь нервную систему друг друга, потому что, в принципе, никому вот лучше от того, что мы нервничаем, плачем, страдаем, ну, никому нет. Давайте уважать просто друг друга, потому что мы все разные, очень все люди разные, и поэтому кто-то верит, кто-то не верит, но уважать друг друга и соблюдать постановления правительства мы обязаны. Да, все-таки вот по поводу средств индивидуальной защиты еще раз вот мнение врача: на улице маска не обязательно. Не обязательно. Я вижу людей. Конечно, не обязательно. Конечно, не обязательно. Только в помещении. Заходишь в помещение. Аптека, магазин, медицинский центр. Ну, сейчас вообще-то везде соблюдают. Никто не хочет, чтобы наказали организацию. Смотрите, организацию могут и закрыть. Да, и это, кстати, тоже такая вот история, о которой уже представители бизнеса нашего говорят, да, что, ребята, если вот все-таки не будем мы соблюдать масочный режим, если люди не поймут, что это нужно, то может нас закроют. Быть, может быть, да, вы в это и не верите, но вы поймите, пожалуйста, что в этом магазине работает 15 человек, у всех дети, всем надо зарабатывать, если их закроют, ну, вы тоже будете косвенно в этом виноваты. Стоит того, там, да, принцип вот этот, я не ношу маску, потому что я в нее не верю, или не стоит, ну, наверное, все-таки стоит, правильно? Нет. Еще, Гульнара Шахвалевна, такой вопрос. Понятно, про мытье рук говорят сейчас, да, много. И моют руки. Мы, наверное, никогда так часто руки не мыли, как сейчас, вот эти последние полгода. Я всегда антисептик. Вы используете антисептик. Какой бы, вот я на обеде всегда хожу, обедаю, да, в кафе. Я всегда прихожу и всегда обрабатываю их антисептиком руки. У меня постоянно антисептик. Есть еще вот один момент, о котором в России редко говорят, но вот мы видели, что в зарубежных странах, когда пошла там серьезная эта волна, вот еще первой эпидемии, очень много было сообщений о том, что люди ходили в магазин, приходили из магазина, снимали с себя всю одежду, тут же засовывали ее в стиральную машину и стирали. Просто есть люди, которые совсем не боятся коронавируса. Да, и есть крайний вариант. Есть те, кто прям вот себя запугал и боится вообще всего. Они быстрее заболевают. Почему? Психосоматик. Они психологически настолько свою нервную систему изматывают, расшатывают. А нервная система связана с иммунной системой. Вот и все, стресс. И он на меньшей дозе заболеет просто, вот и все. То есть разумные меры безопасности и разумное какое-то все-таки отношение. Только к разумности. И тогда наш бизнес никого не закроет. Вы вспомните, что в апрель-май был, и сколько в 4 раза безработица увеличилась. Люди сейчас, вот мы дали заявку просто на определенные должности, люди звонят с 2 высшими образованиями к нам идти на работу, потому что люди остались без работы. И если мы сейчас не будем соблюдать вот эти какие-то положенные нормы, да, правила, то опять всех закроют. Куда? Вот я понимаю, наше правительство, оно не сможет закрыть. Оно не может закрыть, потому что нечем компенсировать, денег нет. Давайте мы как-то все, я призываю, мы все в одной лодке. В одной лодке. И у меня такое ощущение, что кто-то нас просто пытается потопить. Вот их мало, но они топят нас всех. И вот и малый бизнес об этом же говорит. Мы все согласны соблюдать, и мы будем, и мы хотим работать. Но вот эти люди... Вот таким хайпом дешевым, да, вот чего они добиваются. И вот я считаю, это должно быть наказуемо.
Я надеюсь, что прокуратура Ленинского района к вашему заявлению отнесется внимательно. Я знаю, что они сроки всегда соблюдают, да, рассмотрят. И все-таки оно мнение, подписано нашими пациентами, мнение сотрудниками. Мнение свое, конечно же, выскажет, потому что если бы речь шла просто про там, условно, клинику и какого-то пациента, это одно дело, а здесь вот в этой ситуации, вы правильно сказали, мы все в одной лодке, да? Все. И страдает не только там клиника, а страдают ведь и ее пациенты тоже. Конечно. Ну, то есть от того, что кто-то, может быть, закрывали ведь клинику, принципиально не соблюдает, да, меры безопасности, может пострадать там беременная женщина, да, пожилой человек. А у нас родственники, человек со сложным есть диагнозом. Свои родственники, конечно, у врачей. Врачи, которые так постоянно в группе риска. Поэтому вот мы, наверное, с Гульнарой Шахвалевной на этом нашу программу будем завершать на призыве все-таки быть внимательными. И уважать друг друга. Потому что эта история, она с нами надолго. Надо привыкать к тому, что мы все сейчас живем все-таки по каким-то особенным правилам, да, и эти правила, как бы не хотелось, может быть, там отказаться от них, как бы мы не устали от них, все-таки нужно соблюдать. Спасибо большое Гульнаре Касимовой, руководителю сети клиник Возрождения, главному врачу. Наша программа на этом завершается. Всего доброго и до новых встреч, и здоровья, естественно. Вам спасибо. Слушайте доктора. До свидания. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.